Дапамагаць тым, хто мае ў гэтым вострую патрэбу і праз гэта рэалізоўваць свае здольнасці. У Гомельскім раёне праходзіць абласны форум валанцёраў, мэта якога садзейнічаць праяўленню ініцыятыў і далучэнню моладзі да грамадскай дзейнасці. Ці проста стаць валанцёрам і галоўнае застацца ім, даведалася Марына Джалая. Белый клоун, он просто обозначается, он как ведущий. Черный клоун, он уже выходит, начинает играться, баловаться. И всегда, когда, ну, знаешь, игры есть на внимание, там, ну, типа, стоишь так, потом хлоп наоборот руки, то есть черный всегда путает. Даже если он знает, есть детская игрушка у жирафа пятна-пятна, то есть, ну, у жирафа пятна-пятна на лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. Белый показывает всегда правильно. А черный, наоборот, начинает там, если на лбу, он на нос показывает, на локти, то есть и так далее. Он начинает у нас уже немножко баловаться. Клоунатерапія, лячэнне смехам ужо бадай нікога не могуць здзівіць апранутыя ў клоунаў валанцёры, якія прыходзяць у больніцы да хворых дзяцей. Яны дораць маленькім пацыентам хвіліны шчасця і радасці, расквечваюць іх свет яркімі фарбамі, паляпшаюць настрой і па магчымасці самаадчування. І ад гэтага самі становяцца больш шчаслівымі. Бо гэтыя людзі здольныя не толькі спачуваць, але і дапамагаць рэальнымі справамі. Накірункаў валанцёрскай дзейнасці, ад якіх больш светла становіцца на душы, вельмі шмат. Волонтеры – это скорее, да, устремление твое внутреннее, душевное, да, когда ты видишь, кому ты можешь помочь, определяешь ту категорию людей, кому ты можешь помочь, быть полезен, и идешь в организацию, такую как Белорусский Красный Крест, и уточняешь, где ты можешь себя применить, будешь полезен и так далее. Волонтер сам направляет себя, то есть он приходит в организацию, мы ему рассказываем, проводим разные вводные курсы, и в дальнейшем он сам пытается выбрать для себя то, что ему больше нравится. У Гомельской области каля 2,5 тысяч волонтеров. 2 года тому их было каля 500. Наш регион, и это подтвержденный факт, лидер по масштабности волонтерского руху и колькости добрых справ. На этот раз у маляўнічым куточку Гомельского района собрали активистов из всей области, каб разом учиться новым формам волонтерской работы и обмениваться опытом. Много очень направлений деятельности, которые их интересуют. Это и уход на дому, кинестетикс, это международное гуманитарное право, это реагирование на чрезвычайные ситуации. И мы действительно дорожим своим отрядом быстрого реагирования и с его берем и копируем пример для других районных организаций. Калі чалавек адчувае патрэбу дапамагаць іншым, клапаціцца аб тых, хто па розных прычынах аказаўся ў складанай сітуацыі, дзецям, што растуць без бацькоў, старым людзям, пакінутым без падтрымкі блізкіх, яго заўсёды будуць рады прыняць у рады валанцёраў. Як вядома, лепш аддаваць, чым браць. Асабліва, калі сэрца чалавека напоўнена дабрынёй, пяшотай і спачуваннем да тых, хто побач. Нават, калі гэта абсалютна чужыя людзі. Марына Джала, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Гомельскага района.